Группа морских пехотинцев и сотрудников Агентства международного развития США высадилась в районе Синджар на севере Ирака. В горной местности находится несколько тысяч иракских беженцев, которые укрываются там от боевиков Исламского государства. Это первая группа, направленная американским правительством для спасения людей. Администрация США рассматривает возможность осуществления такой миссии на севере Ирака. Ранее президент США заявлял, что не собирается вводить войска в Ирак для ведения боевых действий, но не исключал возможности нанесения авиаударов. Однако позже, когда ситуация обострилась и под угрозой оказались американские дипломаты, Пентагон заявил, что готовы к военным действиям.